А еще генпрокурор настаивает на отставке министра финансов и уверяет, письмо с требованием отстранить Александра Данилюка от занимаемой должности он уже написал. Столь резкую реакцию руководителя ГПУ вызвало предписание министра, которое отменяет повышение зарплат, в том числе и для сотрудников прокуратуры. Есть закон. Гроши лежать от тут. Их треба віддати людям. І припинити ігри в те, що ці гроші віддадуть МВФ. Ці гроші підуть не на зовнішній борг, а на внутрішній борг перед нашим суспільством. В село, в армію, в виробництво, в дороги, зрештою і на зарплати прокурорам. Бо за 2000 чесного прокурора важко знайти.